Собственно, всем привет, это уже шестая серия по Sims 3, с вами все тот же Атис. Ну что, давайте начинать уже поскорее. Собственно, чем мы займемся до сегодня? Я не знаю, чем мы сегодня займемся, сейчас просто откроем глобальную карту, да, и посмотрим. Я вот хочу, например, сходить на пустоши, вот сюда вот, тут может что-нибудь интересное будет. Вместе с кем можно сходить? Нет, я не хочу встречаться, пускай Ричард спит уже. К нашей линзе постоянно какие-то липнут эти гости, ой, не гости из будущего, а эти чуваки из будущего. Уже, если честно, надоело. Так, давай, вперед, погнали, погнали. Ну вот, собственно, мы уже практически на пустошах, давайте что посмотрим, что у нас тут вообще есть-то хоть. Или мы еще не доехали, нет. Решил все-таки Линдси поиграть, потому что на протяжении всех трех серий уделял внимание Ричарду, так что в этот раз мы за нее играем. Как-то не получается у меня вместе с двумя персонажами управлять сразу. Так, ну что у нас тут есть-то, собственно-то? У нас что у нас есть? Это понятно, что-то какие-то крабики, что это такое? Дай-ка посмотрю. Это что такое? Поймать. Поздравляем, Линдси улучшает навык передавая технологии до второго уровня. Так, и... Окей, круто. Что это мы такое взяли-то? Что это мы взяли-то? Ой, я что-то много пролистал, надо было почитать. Ладно. Так. Квантовый... Квантовый пойман? Что такое квант? Квантовый, что это значит, интересно? Их есть, что ли, можно? О, ящерица. Поймать. Ну, как мы, короче, будем охотники на этих. Как их там? Линдси и Джеффри ловят ящерицу. Охотники на зверей, в общем-то. У меня там уже парк, наверное, целого юрского периода. Какие-то ящерицы, пауки, еще какая-то хрень. Так, и что здесь сделать? Идти пешком. В смысле, ее отпустить можно? Идти пешком, или что это значит? Идти пешком. А, вот, нести ящерица, выпустить на волю, играть ящерица Агама. Линдси, если сейчас... А, ё-ма, я дурак. Зачем я время-то не перемотал? Чё это он там шепчет она ему, а? Ой, какой славный, какой славный. Давай хвостик-то ему оторви. Ой, милас, милас, кусать-то не хочется. Ой, мил... Ой, ну все, ладно. Все это так. Чё у нас тут еще есть? Это что у нас? Собирать какие-то камни, а для чего это нужно? Вот еще что-то у нас. Чего? Заряженные эмоции? Смех, вау. Это что-то какие-то растения, заряженные какими-то эмоциями. Как это, блин, глупо звучит, но это, кажется, так и есть. Все, кончай их. Все, пошли, пошли собирать. Так, а это... Это у нас еще... Эй, куда пропало? Вот он. Это хрустальное растение. Линдси находит кое-что. Это палладий стоимостью. Вау, так тут можно так зарабатывать, что ли? Ё-моё, круто. Осмотреть. Заряженные эмоции, смех. Круто. Какая-то дурман трава у них тут растет. Ну-к. Чё? Нанюхалась чё-то, а? Дурочка. Рассмешил. О, господи, вот тебе в голову-то ударил. Ой, смешно-то. Ё-моё. Это чё такое? Откуда мне у нас 8 долларов украли, я не понял. Это что это такое? Ох, ладно, что это? Так, еще какие-то... Это нам, типа, мы то, что понюхали, 8 долларов сняли, что ли? Как-то у них так все в будущем, а? Ловко устроено, а? Даже ящерицы, даже таракан раздавить, наверное, и то деньги заплачу его семье, да? Уплачивать будешь. Ну-ка. Че это мы там собрали, кот жука? Линдси Джеффри только что поймала свое первое насекомое. Погоня за жучком была нелегкой, но успешной. Добыча запомнится надолго. Ах, как добыча запомнит-то? Есть. Так, Линдси ловит тараканы. О, тараканы, кстати, как раз тема. Какая у нас бесстрашная, да, Линдси? А где у нас таракан? Таракан. Вот он. Это, если честно, какой-то... Кусок какашки какой-то. Называть таракан. Абби. Ой, вообще, шикарное имя. Абби. А что, его только отпустить можно? Блин, жалко, его может там натренировать бы, там какие-нибудь таракани бега или еще что-нибудь сделать. Так, ну в общем, что у нас еще в пустоши есть? Ух ты, какие-то развалины. Ну, точнее, чьи-то кости. Ну, интересно, это поинтереснее, чем на каком-нибудь заурядном пляже будут. Какие-нибудь ракушки собирать. Ну-ка, что у нас там? Поковыряйся там. Ну-ка. Охладиться, ладно, ничего интересного. Купить террариум. Повысить качество еды из пищевого синтеза. А, ничего это. Ну что ты там? Ну быстрее это. Ну ты даже не раскапываешь ничего.
Ой, трусишка, подумаешь. О, вот, Линдси получает плохое сокровище. Это загадочный фрагмент. Ничего. Что нам он дает? Ой, блин, уже. Уже все, блин. Так, а палладий выплавить 40. Вау, тут еще что-то плавить можно, ё-моё. Загадочный фрагмент. Вам требуется загадочный фрагмент 1, загадочный фрагмент 2 и загадочный фрагмент 2. А, ну вот же, собираем. Слушай, может, что-нибудь там откопаем терминатора какого-нибудь там из 82-го года. Ну, кто знает, фильм такой был, если что. Ах. Копай быстрее уже. Кстати, что у нас там делает Ричард? Ричард? Что это он тут делает? Играть будет? Ладно. Пускай играет. Мне прям все внимание на Линдси сосредоточено. Так. Линдси получает плохое сокровище, загадочный фрагмент 4. Ну, что у нас тут еще есть-то? Какие-то трава, что-то еще. А, вот еще. Вот еще что-то. Опять какая-то морковка. Заряженные эмоции, гнев. О, давайте посмотрим. Так, вот, наверное, вот эти две раскопаем. Еще. И, наверное, бы надо бы домой валить. Хотя, блин, тут куча всякой интересной ерунды. Вау, еще какая-то хрень. Слушайте, это же как значки над Симсами, да? Индикатор такого настроения. Вот это, блин, охренеть. А это что? А, это тут мы, кстати, этих крабиков ловили. Так. Ну, а, кстати, как там у нас будет? Как отправляться будет все? О! Ну-к. О, все что ли? Я уже думаю, какое-нибудь влияние на настроение будет. Так, Ричард. Ричард, что у нас тут делаешь ты-то? Давай, Ричард, тоже куда-нибудь сходи, так неинтересно. Ты что ты весь дома сидишь, как старпер какой-то? Сходи, я не знаю, на рыбалку, что порыбачь. Вот так вот. А потом, ну потом ладно. А тут, так, секунду, тут же еще несколько, да, пляжей. Вот какой-то еще, точнее, не пляж, а пустошь. Линдси где? Линдси разгадывает тайны. Быстрее разгадывай. А, вот уже начинает какая-то анимация прогружаться. Странно. Ага, вот плохое сокровище, фрагмент 1. Ну все, у нас получается остается один всего лишь фрагмент откопать, и будет все окей, да? Да, фрагмент 2, вот это интересно будет, что у нас там, в поисках сокровища, просто серия в поисках сокровища. Дети капитана Флинта просто, а? Вот ей-богу, вот не вроде сколько. А как у нас выглядит рыбалка в будущем? Вау, ничего себе, у них тут рыбки-то плавают. Какие разные, и акулы, и всякие там ракообразные, ё-моё. А вот я бы такую хотел бы себе. О. Чё это? Подожди, не понял. Чувак, ты... Так, и как у нас выглядит это все? Да, собственно-то, и ничего интересного. Все так же, как и было. Ну, могли бы, не знаю, какую-нибудь там плазменную сделать удочку. Чё тут? Ну-ка. Линдси ловит... Ловит вращательного нанита. Стоимость $78. Необычная находка. Если вы пожертвуете насекомым научным институтом, то получишь неплохую награду. Ага, вот, в общем, нужно научный институт, да, куда-то это все хрень девать. Так, я все-таки так и... Подождите, сейчас, секундочку. Угу, все-таки фрагмент мы второй не нашли, да? Стой. На стоп поставим. Это что у нас? Маргаритка. Сорвать маргаритку. Это какие-то цветочки. Вау, ах, жаль. Какие-то это, видимо... Дома прошлых цивилизаций. Ну, точнее, не про... Да. А, это, слушайте, это похоже, знаете, на баржу из Райских островов. Ну, дом баржа вот или... Да, вот похоже очень даже. Если я не ошибаюсь, конечно. Черт, я не ошибаюсь никогда. Так. Как там у нас дела у толстяка? Собственно-то. Че ты там наловил-то у нас? Вот, уже практически прокачал весь навык. Точнее, не навык, а первый уровень прокачал. Ну, у Линдси сегодня однозначно день был удачный, очень неинтересный. Ричард Джерфи осваивает новый навык рыболовная ловля. Да, понятно, рыболовная ловля. Так, ну, чё, надо тогда в следующий раз уже пойдем фрагменты собирать, да? Ну, или, ну вот, ладно.
Так, 21.30. Ладно, все, не будем мучить ее, пускай едет домой, потому что у нее уже бодрости мало, ей же кушать она хочет, уже кушать. Так, Ричард, он мне, конечно, вообще дико доставляет, что карп до сих пор не испортился, а? 1000 лет карпу, охренеть. Это что у нас такое? Так, Ричард поймал самую большую рыбу. Карп, состояние хорошее, стоимость 17. Ага, понятно. Что у нас такое? Мало чистый процессор, несколько. А, ну это нужно ботом использовать, да? Так, Линси, она, думаю, сама додумается спать. Собственно, о чем? Ну, рыбалка это скучное дело, это уж когда совсем нечем заняться, я не знаю. Куда бы нам сходить-то? Ну, пожрать, ну, покушать, точнее, ну нет. Это что у нас? Галерея импортных товаров. Может быть, там что ли пошалим, я не знаю. Подеремся с каким-нибудь ботом, я не знаю, там или еще что-нибудь сделаем. Так, это что у нас? Поесть здесь. Посетить кулинарию. Нет, выпить. Не хочу выпить. Что у нас еще тут есть? Пойти по курс. Курс наук о космосе. Экскурсия по звездной обсерватории. А пускай он поэкспериментирует с нулевой гравитацией. Вроде бы в прошлой серии у нас что-то вышло такое. Что-то вышло, но никак-то не взошло. Не знаю, что сказал, но, в общем, не совсем получилось то, что ну, не нужно. То, что нужно, да. Конечно, мне к своим потомкам охота заглянуть, но, чуваки, времени уже мало. Точнее, времени уже, наоборот, много. Ускорим время. Давай, ускоряем. Линси, давай, ой. Так, да. Получить тушеную рыбу. Все, ладно, она тут сама додумается, что сделать. Переносимся к Ричарду. Давай. Поэкспериментируй тут. Нет, друзья, мне нравится будущее. Халявная еда. Платит тебе за какие-то камешки, собираешь, понимаешь ли. Вообще, офигенно просто. В душ и туалет сразу. Вообще, вот просто все условия. Так, Ричард, понял, рыба, это все старое, да? Я аж испугался, если честно. У меня аж прям красный такой уже значок был. Думаю, все, и конец уже будет. Линси, давай быстрее доедай, женщина, и спи, давай, спи. Так, установить права, отметить сон, сон, сон. Так, вот сон, значит, я его выберу, еще смогу выбрать какой-нибудь, да? Который мне нужен. И вот Ричард пришел из нашей обсерватории, или что это такое, научного института. Ричард овладел сложной физикой антигравитации. Кто знал, что для того, чтобы просто не падать, нужно выполнить так много расчетов. Так, нет. Давайте-ка наведаемся к моему старому знакомому. Я еще с ними закончил. Ну, я думаю, вы понимаете, о ком я. Это наш замечательный бот. Ой, как мне он не нравится. Вот я не знаю, вот чем он мне не понравился, но вот у меня дико бесит вообще ужасно. Так что, ой, опять описывался. Смотрите на него, а. Опять на кучу наделал. Кучу. Лужу, точнее. Ну вот, мы и пришли, друг мой. Так. Давай-ка. Так. Еще это нас. Скорчить рожу. Это ты к тому, да, подходишь? Ну, дай, давай им развлеки меня. Вот, пускай так. Послушается он нас сейчас, нет? Может, забудешь все старые обиды, а, друг мой? Ну чё? Чё такое? Быстрее. Что случилось? Я не понял. Где дать указание? Дать указание, полетать. Вот, что непонятного-то? Ух ты, у них тут какой-то плюмбой толстый есть, офигеть. Надо к нему подкатить. Блять, как меня этот бесит, реально, рюкзак, он просто... Вот, что он тупит, я не знаю, уже 30 минут игрового времени прошло. Ну-ка, давай, развлеки меня, друг мой, а? Ну, чё, ну, чё покажешь, а? Ах ты так, да? Что? Ты, машинка, железка, ты должен мне тут... Ну все, тебе конец. Ха-ха, ну что? Все, тебе, парень, капец опять. Все, сейчас разомнемся опять на тебе. Ну ладно, это, в общем-то... Ну, еще раз ему. Что такое? Ладно. Ему что-то уже... Ричарду нужно уже помыться, освежиться.
Так, а вот это что за кореш? Смотри, купить, блин. А, вот, в общем-то, я так понял. Вот этих чуваков можно покупать, да, и как бы он будет в нашей семье. Блин, ну он дорого что-то стоит, такой жирный, а? От него так много, что ли, пользы будет? А это что? Это что умеет? О, это 1000 всего лишь. Ничего себе, а это значит, и что, и няня, и повар, наверное, и еще кто там у нас? И жена будет в одном флаконе, что ли, все вместе? Тут 1000, блин, самый дорогой за 5000 стоит. Около 5 штук. Так, они даже и в будущем умудрились заболеть. Я думаю, в будущем нет никаких болезней. Так, ой-ой-ой, уже аж 3 часа, а у нас он бодрый, надо куда-то еще сходить, да? Куда сходим-то? В общем, я тут решил, ну, выбор, конечно, совсем не оригинальный, но я решил посетить здесь библиотеку местную. Хватит уже этих беспорядочных связей с плюмботами. Как это звучит ужасно, нет. Хватит уже драться с ними, мне уже надоело это немного, да и однообразие тут. Мы будем теперь уже культурно просвещаться, а то мы эту серию занимаемся только не... Да мы сегодня ничего особо не занимаемся таким. Ну, я имею в виду про Ричарда, он сегодня ничего хорошего-то и не сделал. Умного. Блядь, ой, чё я сказал вообще? Господи, заговорился, извиняюсь. О, нет, ящерица Агама вырывается и удирает. Вам не стоило так долго держать зверька в багаже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну и пофигу на эту ящерицу, я еще 10-25 штук, наверное, так. Нарву. Ой, соберу. Чё у нас тут? Читать. Так, ух ты, книги какие-то другие тут даже стали. Или нет? Путешествие игрока. Ага. Нет, тут, в общем, какая-то такая развлекательная литература. Может быть, мы кого-нибудь здесь, какой-нибудь зазнайку увидим там, или какой-нибудь там. Ничего мы здесь никого не увидим. Мало ли. Может, кто-нибудь в 3 часа ночи захочет. Или какой-нибудь там клуб анонимных. Не придумал, ладно. Читать рассуждения Бендики. Ладно, это что-то нам совсем не интересно. В общем, в библиотеке, как и в жизни, это скукота смертная. Не хочу тут более находиться, потому что здесь меня вообще никто не встречает, никто не любит и не радуется моему приходу. И даже драться не хочет. Так что совсем все плохо. Пойдем-ка мы на кладбище быстренько посмотрим на наших предков, что ли. Собственно, вот и кла... Ой, извиняюсь, господи, тут телефон закричал просто, а. Вот, собственно, мы и на кладбище будущего. Ух ты, вау, вау, вау. Вот я такую могилу бы себе, если честно, хотел. Ричард, ты чё, мать твою, делаешь? Ой, на могилах играешь, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну и что за богохульство, а? Господи. Не, я бы такую могилку себе хотел бы. О, блин, офигенски. А что за значок Diamond Tools какой-то? Скорбеть. Ну, тут понятно, функций-то новых не прибавилось, да? А тут никак покойников нельзя, не знаю. Ох, такие мемориалы. Скорбеть. Выиграть эпитрафию или эпиграфию. Посетить мавзолей. Ладно. А это у нас что, получается, танец на костях, да? Ужас какой-то. Ладно. Ладно. Мы, наверное, посетим мавзолей уже в следующей серии. Наверное, даже уже в конце следующей серии, потому что... Ну да, в следующей. Потому что 6 часов утра уже неинтересно даже в мавзолей идти. Так что, Линси, это потом. В общем-то, будем обследовать катакомбы в следующей... Ой, господи, извиняюсь, я что-то все туплю уже по-жесткому. Всем спасибо за внимание. Еще раз извиняюсь, что затупил в конце. Что-то у меня совсем уже крыша поехала. Всем спасибо. Спасибо, что смотрели. Оцениваем, ставим комментарии, ставим лайки. В общем-то, и все. Всем пока-пока.